Масштабная антитеррористическая операция в Германии. Обыски и запрет деятельности мусульманской организации «Фусилет-33». Что стало поводом для облавы и как она связана с терактом на рождественском рынке в Берлине, узнаем от Татьяны Лагуновой. В Германии снова антитеррористические рейды. В этот раз облава прошла в столице страны, Берлине. Сегодня утром полицейские обыскали частные квартиры, офисы и тюремные камеры в разных районах города. Почти 1500 вооруженных до зубов полицейских и криминалисты в масках. Это был, пожалуй, один из самых масштабных рейдов в Берлине за последнее время. Цель операции – проверка всех объектов, которые принадлежат мусульманскому союзу «Фусилет-33». Рейд стартовал в 6 утра. Обыски провели на более чем 20 объектах. Поводом стало решение Министерства внутренних дел проверить деятельность этой организации. Немцы подозревают, запрещенный союз был связан с террористической организацией «Исламское государство», а принадлежащую ему мечеть использовали для встреч радикально настроенных исламистов. Там часто бывал и тунисец Анис Амри, организатор теракта на рождественском рынке Берлина, в результате которого погибли 12 человек, в том числе семейная пара из Украины. Предполагаемых функционеров этого союза подозревают в поддержке иностранных террористических организаций и подготовке нападений, что угрожает национальной безопасности. В результате рейдов никто не арестован. Впрочем, полиция не исключает. Задержания возможны после того, как изучат все изъятые материалы. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».